Травмированных пожалеть, критикантов наказать. На этой неделе в России, на первый взгляд, ничего не поменялось. Хабаровские по-прежнему выходят за Фургала. Частная военная компания рапортует об успехах. А чиновники с той же завидной популярностью получают по жопе от американского большого брата. И за это срывается на нас. Хотя нет, изменения все же были. Пропаганда снова переобулась в отношении целей спецоперации. Впрочем, обо всем по порядку. Я приветствую вас, мои постоянные телезрители. В студии работает Николай Ромаков. А начать этот выпуск новостей я хочу, пожалуй, с главной темы недели. И к вашему удивлению, это будут не так называемые успехи спецоперации, а нечто совсем другое. В выходные стало известно, что Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России, в которой помимо нас войдут еще около 100 компаний и персоналии со всего мира. Это, как вы понимаете, будут все те, кто хоть каким-то образом помогал стране и людям обходить санкции. В частности, в немилость, например, попадут 8 китайских организаций, нарушающих ограничительные меры. Также предполагается, что значительно охладеют отношения между Европой и Арабскими Эмиратами, Ираном и Армении. Ну потому что они тоже посягнули на дружбу с Россией. А это в нынешних условиях небезопасно. Теперь подсанкционные страны сами могут оказаться заблокированными от экспорта. На момент записи программы никто из обозначенных потенциальных изгоев комментариев пока не дал. Но запах ненависти уже начинает заполнять пространство. И теперь даже интересно, чья возьмет. Страх изоляции или принципиальная дружба с Россией. Зато ответить на нововведение уже поспешили официальные СМИ. РИА Новости, например, утверждает, что из какой бы кожи вон не вылазил Евросоюз, а российские компании в любом случае найдут схемы для сохранения параллельного импорта. И увеличение экспорта – это сейчас была цитата. Да, друзья, и почему-то я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому как искать и, главное, находить схемы – это у нас в крови. По словам «у нас», друзья, я имею в виду высший эшелон власти. Хотя справедливости ради отмечу, помимо поиска многоходовочек, мы также успешно умеем выражать озабоченность, искренне удивляться и плевать на законы, которые сами же принимаем. А какой результат? А правильно, мы начинаем дружить с теми, кого сами же и запретили. Ну вот, например, на форум «Россия. Исламский мир», прошедший в Казани, российская сторона пригласила представителей запрещенной в нашей стране террористической организации «Талибан». Кстати, в программе мероприятия таких гостей обозначено не было. Но как вы думаете, какие вопросы ими обсуждались? А я вам скажу – образовательные. После этого слова официально попрошу вас смеяться. Ну потому что, кто такие талибы? Не по форме, естественно, а по содержанию. Это люди, которые всерьез считают, что женское образование нужно полностью искоренить. А если оно от шайтана, то что же для себя полезного собирался подчеркнуть Россия? Нет, если цель приезда гостей из Афганистана была попытка скопировать российскую образовательную систему, то и бог с ними. Но всем известный Дугин посоветовал не делать поспешных выводов и присмотреться к талибам, как, к примеру, отстаивание своей идентичности. Это сейчас была его цитата. Ну типа, при всем развитии исламских государств, религия для них все равно дороже, а Россия как раз движется в этом же направлении. Понял ли сам Дугин, что сказал или что хотел сказать, честно говоря, я не знаю. Но попытка выгородить новых друзей засчитана. Хотя лично меня такая дружба несколько напрягает. Сначала началась она, а потом и моя страна попала под признание террористического государства. И, кстати, 2 года назад у нас была целая программа про Афганистан. На тот момент это была актуальная программа с действующим заместителем губернатора Свердловской области, а в прошлом депутатом Государственной Думы России. Если захотите посмотреть, то ссылочка внизу в описании. А между тем пропаганда в эти выходные выкатила новую цель спецоперации. Теперь, оказывается, на чужой территории мы защищаем не своих земляков, как это было заявлено ранее, а бросаемся на защиту Европы от голодных и злых племен,
украинцев. Я сейчас не шучу. Вот не Украина защищает сейчас Европу, да, как они кричат, а по факту мы теперь уже защищаем Европу от Украины. Потому что рано или поздно голодные, злые, вот эти вот, да, племена просто по-другому не назвать, озлобленных вооруженных украинцев, они куда ринутся? В Европу. И вот тогда начнется самое интересное. А мы сейчас, получается, мы сейчас щит Европы. Благодарности, конечно, нам за это не будет, новых санкций выпишут, но мы, собственно говоря, и не ради спасибо все это делаем. Ну вот, друзья, теперь все стало на свои места, но только с одной лишь поправочкой. До спецоперации Украина вовсе не была голодной и злой, а была сытой и довольной. Это-то, в свою очередь, видимо, и напрягало. Ну, потому что украинский бомонд составлял неплохую конкуренцию в покупке европейских активов. А теперь все потихоньку приходит в нужное русло. Главное тут погромче крикнуть, да подальше отвести подозрения от себя. А то, что парни русские до конца не понимают, за что именно они сражаются, так это нормально. Ну, так бывает. Хотя лично я считаю, что таким заявлением Соловьева и его команды место вовсе не в телевизоре, а в учебниках по психиатрии. Но это, пожалуй, был не самый страшный рофл ушедшей недели. Потому как абсолютно случайно в выходные я наткнулся на сайт потенциальных кандидатов в президенты России в следующем году. И как вы думаете, кого я там нашел? Сергея Кириенко? Да, бесспорно. Алексея Кудрина? И он тоже присутствует. А еще Мишустин, Слуцкий, ну и нынешний президент и другие персоны. Но более всего меня привлекла кандидатура главнюка военного известного самого формирования. Не скажу, что для меня это было неожиданностью, но многие вещи реально стали понятными. А я вам скажу, больше скажу, теперь раскручивать эту фигуру как потенциального главу государства принялся и интернет. Вот решили вы, например, посмотреть на свой грядущий фильм, а вам как раз и в мозг вкрутили кандидата. Нет, конечно, если с психикой проблем у вас нет, и потеря ориентиров это не про вас, то вы пропустите такой пиар мимо глаз и мимо ушей. Но у нас ведь большинство людей характеризуются одним небольшим роликом. Вот, а насчет Кока-Колы, как вы относитесь к ней вообще? Я считаю, что это натовская разработка для того, чтобы люди становились неграми. И вот, если они как раз такие зомбированные пойдут голосовать за народного депутата, я, конечно, в справедливые выборы в России вообще не верю. Но, как говорят в юридических вузах, лучше перебдеть, нежели недобдеть. И похоже, что в этой же позиции придерживаются правоохранительные органы. Потому как на этой неделе 51-летнего москвича за наклейку на машине с фразой «Шойгу, где снаряды?» силовики привлекли к административной ответственности. И это цитата главаря вот этой самой частной военной компании, которую Америка признала, кстати говоря, транснациональной террористической организации. А мужчина приклеил на стекло своего автомобиля эту цитату. И тем самым возбудил против себя административку по части дискредитации вооруженных сил России. И теперь почитателю таланта военного скандалиста грозит штраф до 50 тысяч рублей. Суд над нарушителем общественного порядка проходит как раз в минуту записи этой программы. Если возмездие все-таки восторжествует, предлагаю всем патриотам скинуться смс-ками на погашение наказания своему коллеге по цеху. Потому как на прошлой неделе осудили Ройзмана, о чем у нас тоже вышла программа. Кстати говоря, его приехали поддержать Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов, обладатель Нобелевской премии мира и другие люди. Так вот, деньги на штраф собрали для Ройзмана Евгения Вадимовича за полдня. 260 тысяч рублей. Ну а чтобы подобных инцидентов не случалось в будущем в России, вновь предложили ввести 6-дневную рабочую неделю. Я только одного не понимаю, что же их так штормит-то? Помнится, не так давно Медведев ротовал за 4 рабочих дня. А теперь вот, по прошествии нескольких месяцев, вновь заговорили о 6. Инициаторами нововведения выступила ассоциация предпринимателей «Аванти». Они считают, что наложенные санкции могут негативным образом сказаться на экономике страны и предлагают поддержать экономический суверенитет руками простых работяг. Да, друзья, то есть нашими с вами руками, потому что шестидневку чиновникам и депутатам в письме Минтруду ассоциация не запросила. Ну да, все правильно, нужны же именно рабочие руки, а небожители-то наши привыкли работать головой. Правда, какой именно, умалчивается, но для этого и 4 дней хватит. Правда, ознакомившись с письмом лично у меня, возник вопрос,
А когда воспитывать детей? Многие из нас и так видят их только по выходным. А теперь этот срок может сократиться вдвое. И я еще молчу о том, что мы не роботы, и нам нужно время, чтобы не только отдыхать, но и когда-то заниматься домом, садом и другими накопившимися за неделю проблемами. Но кого-то интересует, когда на кону стабилизация страны, которую вообще-то расшатали-то не мы. Зато безусловный плюс рабства все-таки есть. Мы будем меньше интересоваться политикой и больше думать о том, как бы выспаться и чем детей накормить. Но тут главное страну не проспать. Вот, друзья, такими были последние дни уходящей недели. Я благодарю вас за активность в подписке и за каждый ваш лайк, за каждый донат и за репост в соцсетях. Это очень помогает нам не останавливаться и работать для вас дальше. Вы видите, что мы сократили количество программ, но мы финансово не тянем. Поэтому до встречи в следующий вторник. И за сим я не прощаюсь. Увидимся обязательно.